Нина Мозер. И эту композицию мы увидели уже много раз в этом сезоне. На этапах Гран-при, в финале Гран-при, на чемпионате России. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, очередная встреча, очередная наша встреча с этой замечательной короткой программой. Ну что, обе наши пары достойны друг друга, они достойные соперники, и мне совершенно ясно, что именно в соперничестве этих двух наших пар определится чемпион Европы, чемпионы Европы. Что еще надо отметить, что Ксения и Федор и на прошлом сезоне, и в этом сезоне демонстрируют просто потрясающую стабильность. По всем остальным достоинствам, вот стабильность – это такое их замечательное качество. Абсолютно без срывов они выступают. И вот мы увидели очередное замечательное исполнение короткой программы. Все у них получилось прекрасно. Все абсолютные элементы с хорошими плюсами. Ну и я думаю, что и оценка будет соответствующая. Всегда в таких случаях смотришь на вторую оценку. Здесь тоже все просто прекрасно. Самая высокая оценка, если говорить о компонентах, за хореографию. И тут можно с арбитрами полностью согласиться. Ну а оценка за технику, мы видим, только растет. Тройная подкрутка.
самом начале программы. Затем великолепный параллельный тройной тулуп. Посмотрите, насколько синхронно он был исполнен. Просто идеально. И выброс-то у нас тройной лутц. Самый дорогой выброс, тоже с плюсом. Почти 1 балл плюс. Четвертый уровень поддержка. Ну вот тот самый случай, когда абсолютно не к чему придраться. Может быть, кто-то из арбитров хотел бы это сделать, но это просто невозможно. Да, я подросла еще оценка, где-то почти 37 баллов за 7 технических элементов. Ну что ж, Нина Мозер и Владислав Жавнирский могут быть довольны своими подопечными. Я думаю, они сделали все, что было задумано. Ну и, судя по всему, судя, во-первых, по оценкам за компоненты, именно Столбова и Климов сейчас возглавят турнирную таблицу. Именно они выигрывают в итоге короткую программу. В сезоне у них был результат 72 балла 33 сотых. Сейчас чуть меньше. И тем не менее, единственная пара, которая зашла в этот рубеж 70 баллов, 71,38 сотых. Ну что ж, можно вздохнуть с облегчением. Все, как и предполагалось, закончилось. Ксения Столбова, Федор Климов уверенно лидируют. Они выиграли у Кавагути и Смирнова и по технике, и по компонентам.